Так, приветствую всех. Здравствуй, Пашенди, пацанячик. Собственно, не будем тут церемониться. Начнем уже 14-й эпизод «Охотника на человека», это самое, который называется «Проебу», в смысле «По одному они погибают». Начнем. Все пиздец. Check the shadows. Опять эти гончие псы, блядь, как это называется, эти, блядь, враги тупые. Это капец, народ, он нас взял, этот, блин, наемник, и избил, короче, чтобы не материться просто так, без этого. Без причины. Это капец, блин. Осталось, кстати, хочу сказать, получается 7 серий осталось. Осталось 7 серий. Вот. Такие дела. Нам с вами сейчас нужно... Ой-ой-ой-ой-ой. Нам с вами сейчас нужно, короче, спуститься вниз и увидеть этих гончих псов. Короче, псы это точно, а какие псы, я забыл, честно говоря. Я забыл, как они называются. Прошлая серия была жесткая, она была жесткая именно в конце, в самом. Не в начале, именно в самом конце она была жесткая. О, отлично, получили мачету. Ой, не люблю мачету, потому что ей долго убивается враг. Но, с другой стороны, лучше что-то, чем ничего. Так, где у нас там? Давайте... Сука, блядь, дебил. Я даже понять ничего не успел, он уже меня убил, блядь, скотина. Скотина, реально, народ, ну реально скотина. Иди нафиг, я тебя пройду все равно. Да как они меня спалили-то, алло? Блин, ты что спрячешь? Хрен где спрячешься, блин. Я же забежал. Фу, блин, я уже испугался, рили, народ. Какая-то миссия сложная. Они как-то палят быстро, эти гончие псы, блин. Капец какой-то, блин. Еще целых 7 серий, блин, ёбана мать. Я заколебался проходить, и так каждый день, блин, записываю, еще 7 серий целых, ну ужас. Иди давай сюда, блин, скотина. Мне с тобой расправиться, блин, ничего не стоит, блин. Сука! Ты не мог меня увидеть, говнюк. Скотина. Тут прятаться негде, блин. Иди нахрен. Идите нахрен, блин, я с вами не буду церемониться, блин. Достали, реально. Блин, кстати. Ah!
Ну стой дальше. Сука! Задрали, блин, скоты. Обезболивающий от него выпало, ты мне его, скотина, забрать не дал. Ты мне обезболивающее забрать не дал, блин, я даже комментировать не могу в такой игре, народ. Я так хочу комментировать по-нормальному, так. Что-то рассказывать, что-то говорить. А я даже этого сделать не могу, потому что тут сосредоточенно нужно проходить. Даже из-за этого ничего толком не могу нормально прокомментировать. Потому что если я буду так комментировать, то они меня быстро убьют, эти все враги. И будет капец. От него, кстати, обезболивающее выпало. Нужно взять. Я что-то первый раз такой вижу, чтобы от врага выпадало обезболивающее. На туле. Первый раз такой вижу. Тут вроде мы все пробовали. Начинается. Вот это походу будет полубосс, вот этот вот. Это походу будет полубосс. А тот, который на по камере смотрит, это будет босс просто, просто босс. Вот я с огнестрелом уже, вы гляньте. Еще обезболивающий, два обезболивающих от него, нормально, неплохо, это же рад. Вот, короче, это новая волна пошла, это которая уже с огнестрелом. То есть, если те были без огнестрела, то эти уже с огнестрелом уже будут. И нужно убить, короче, нам с вами одного, чтобы убить следующих. Потому что нужно взять у него огнестрел, и тогда мы сможем убить уже следующих при помощи огнестрела. Давайте привлечем внимание. No way am I going in there on my lonesome. War dogs, I need backup. Давайте убьем того, который, наверное, с дробовиком, потому что у него дробовик, он нас может за раз убить дробовика. Okay, somebody watch my six. Well, I'll go in and так, у них у обоих дробовик. У этого пистолет. Нам придется сделать, подождать, пока они разбредутся. Это, а то они нас с вами убьют. Я этого очень не хочу. То есть не нас с вами, а меня. Стас! Блин, они уходят куда-то вообще непонятно куда. Давайте, короче, того попробуем убить. Ай! Долбоящер ты такой! Чуть не пальнули. Точнее, пальнули. Куда он стреляет? Че за бред, блядь? У них оранжевый вообще-то горит, а не красный. Хуй ты мне стреляешь? Иди уже. Сука! Блядство ебаное! Итак, попытка номер 3 или 4, я уже не помню. Я уже не помню, какая это попытка. Блин, как же жалко, что здесь нету, как в Duck Station F1. Ой, F5, точнее, кнопки, чтобы сохраниться сразу, блин. Если проиграл, прям отсюда и начать. Жаль, тут такого нету. Придется переходить и перепроходить. Очень жаль, конечно. Очень жаль. Они все по трое уходят. Ну вы хоть бы разбрелись, блин, дурачки, блин. Заколебали, реально. Ой-ой, нет. По лестнице я за ними точно не пойду. Еще раз стучи. Блин, они вообще уходят вниз. Возвращайся назад. Как ты спалил? Как ты спалил, мразь? Блядь! Короче, я вообще молчу, потому что я так не смогу пройти. Если я буду сейчас комментировать, то я буду не сосредоточен на игре, из-за чего я спалюсь быстро, и тут нужна тишина. Поэтому приготовьтесь видеть меня просто
просто меня смотреть на игру. Без комментариев пока что. Потому что я боюсь, сейчас тут прокомментирую. Это нужно было как записывать? Как МКО Василию, если вы знаете такого блогера, когда он отдельно записывал комментарии и отдельно игру записывал, отдельно комментарии потом напиливал сверху. Вот он так делал. Ну или Окей Муви там. Короче, МКО Василию. Те, кто знают, те понимают. Как он GTA 4 так записывал. Но если вы знаете, вы знаете. Вот. Он сначала запиливал видео отдельно, видео прохождение, а потом сверху комментарии напиливал. Вот. Он так делал. Вот тогда нормально. А если проходить, одновременно комментировать и проходить, нужно сосредоточение. По крайней мере, на такой игре, как будто это. Да, и плюс нужно подождать, пока они там разбредутся, потому что если они будут втроем ходить, то это будет капец. Вот, они разбрелись как раз, я вам прокомментировал. Они уже ходят по одному. Это хорошо, только вот теперь я их не вижу. Ага, он уходит. Просто если сейчас стукну, то они все втроем прибудут. Вот он один пока что. Идет, давайте, может, мы его убьем. А остальных уже с дробовика, с дробаша убьем. С его дробаша. Блин, он, походу, сюда поднимается. Капец. Капец. И что это такое? Нахрен ты убежал, дурак. Дурак. Я не знаю, что сказать по этому поводу. Они все сейчас взволнованы. Они все горят оранжевым. Иди, иди, иди сюда, я тебя убью хоть побыстрее. Давай, давай, иди, я у тебя дробаш возьму и всех с дробаша завалю, всех тебе говорю. Дайте угадаю, а следующие враги будут вообще какие-нибудь там. Не знаю, как это сказать. Вот я из-за этого эту мачету тупую не люблю. Вот именно из-за этого, потому что она столько времени занимает, он убивает. Это реально столько времени занимает, серьезно, народ. Вот если бы только знали. Так, ну я не буду тратить на него дробаш, потому что у меня и так два патрона всего. Давайте его тоже убьем. Давайте привлечем его внимание. Я вообще его пока на карте даже не вижу, где он есть. Короче, придется внимание привлечь. Потому что я их не вижу вообще. Только не очень сильно, потому что если я сильно привлеку внимание, то тогда они меня спалят уже. А у них дробаши. У одного пистолета, у одного дробаш. Нужно убить того, у кого дробаш. Потому что у того, у кого пистолет, его уже потом будет легче убить. И чё, вы не заметили своего врага? Ой, своего, блин. Своего другана, которого я убил? Ну, это что такое? Что с этим интеллектом не так? Многие жалуются, вообще многие жалуются, что не в этой версии, в других версиях искусственный интеллект тупой. То есть не Rockstar сделали тупым интеллект искусственный, а именно те, кто, получается, и выпускал игру на PC. А я хочу вам сказать, что, по-моему, на PC Rockstar официально не выпускали. По-моему, могу ошибаться, но, по-моему, официально Rockstar на PC игру не выпускали. Они выпускали ее на PlayStation 2. Официально только. А на PC не выпускали официально эту игру. Вот. Поэтому модеры, какие-то, по-моему, модеры выпускали эту игру на PC, они не все доработали. Поэтому в некоторых версиях может быть тупой искусственный интеллект. Короче, стучим снова. Они тупят. Вообще пропали. Вообще пропали из виду. Давайте. Ага, тут давайте, тут постучим. Так. Чё за фигня? Иди уже сюда быстрее. Этот враг уж вообще исчезнуть успел, пока ты там думал, ходал, что тебе делать. Давай, давай, иди, иди, иди сюда, давай. Шагай, шуруй. Шуруй, как это говорится. Так, твой дружок вообще куда-то далеко ушел. Ну, в принципе, это и нормально. Еще один дробаш, нормально, 4 патрона. Осталось найти еще одного, только поаккуратнее, потому что он сейчас резко может где-нибудь появиться, блин, где мы его не ожидаем, и все. Сюда вообще забегать нельзя, потому что здесь тупик, в принципе, тупик. В этой игре просто нужно, получается, немножко подождать.
не быстро все делать, просто немножко подождать. Так, вот кирпич. Ну нафиг эту голову, лучше кирпич взять. Там еще пакет, кстати, есть. Пакет, рили пакет. Так давно пакетов нам не давали, народ, так давно. Полиэтиленовых пакетов мы не получали. Тут еще третья аптечка, нормально. Три аптечки уже есть. Запоминаем места. И на... Так, где там враг? Короче, я не знаю, где этот враг находится. Мне, видимо, придется стучать. Стучать придется. Да-то он пропал. Их было трое. Их было трое, я только двоих убил. Ага, вот. Прячемся. Иди сюда, давай. Это что такое? Где он есть? Сука. Там еще трое. Вы серьезно? Вы серьезно, нахуй? Как это так, блядь? Ёбаный насрал, блядь. Сука. Блядь, ебаная. Мразь, блядь. Тебе пизда, нахуй. Долбоёб, блядь. Я из-за вас так проигрываю, блядь. Разрабы долбоёбы не дают чекпоинтов почаще, блядь, хотя бы на этой сложности. Проходи, блин, Кирилл, на харде, блин, это такая легкая игра. Конечно, блядь. Легкая, блядь, охуеть просто можно, блядь, по шендистовыми играми. Перепрохожу, блядь, каждый момент, блядь, по два хода, блядь. Блядь! На! Без комментариев. Без комментариев. Тут бы сейчас поаккуратнее всех убить, просто, блядь, пройти быстрее. Ну хоть третьего убили, слава богу. Пройди чуть дальше, и там другие тебя спалят. Вот туда вообще, чуть дальше, вот туда вперед проходить вообще опасно. Там они мгновенно палят. Я Херосова знаю, как они это делают. Я не знаю, но они палят. Там еще трое. То есть вот эти трое были. Те трое мы убили с этим, с ближним боем, с мачетами. Эти трое, с двое с дробовика и один с пистолета. И там еще трое ходят. Они более усиленные. В том плане, что у них чувствительность более усиленная. Ну, как у геймпада, вы понимаете, да? Вот. И, короче, жесть. Тут надо сейчас поосторожнее проходить. Потому что я вот сейчас бомбанул, вы слышали только что. Пашенди сейчас угорает, о, дурак, играть не умеет, все такое. Сейчас сто пудов так говорит. А я просто, блин, спешу. Мне нужно проходить игры, которые проходятся по-быстренькому. Потому что эта игра, ее, блядь, нельзя по-быстренькому проходить. Ее надо проходить, блядь, медленно. Потому что она, блядь, на этом, я основан на этом. Чтобы медленно ее проходить. Блядь. Давайте, короче, включим внимание. Тут еще двое я вижу. Там они, походу, наверху. Какие-то ходят наверху. Давайте возьмем мачет. Один наверху, это точно. Один внизу. Но где они конкретно, непонятно. Блин, я не пойму, что куда вообще идти. То ли сюда. Иди сюда. Я не пойму, куда идти, народ. Я вот этого не пойму вообще. Куда идти-то надо? Сейчас опять пойду, они меня убьют, блин, сразу. Оно мне надо вот этого. Они что-то как-то палят, не понимаю. Чё они палят? Меня вообще не видно. Вот чё они палят? Вот так они палят, я не пойму. То ли это бах игры какой-то непонятный. Причем они меня даже не видят даже. Они даже сюда не выходят. Они меня вообще палят. Как это вообще понимать? Я вот сейчас пойду вперед, они меня спалят, блин, и убью сразу же, мгновенно. То ли надо вот так идти, хрен нас его знает. Вот сейчас, вот та же самая хуйня, вот та же самая, блядь, хуйня, вот та же самая, блядь. Вот которая была, вот это вот, то, что я просто пошел вперед, и меня, блядь, убили быстро, блядь. Сука, это такая, блядь, залупа какая-то, а не уровень, блядь.
чё за залупа, реально, народ? Вы мне объясните просто. Короче, тут по-любому надо брать дробаш. По-любому просто. Потому что там они мгновенно палят, туда вообще пройти невозможно вперед, блядь. Это ужас какой-то. Надо, короче, идти тупо вперед туда. Да, именно сюда надо блядь, идти. Давайте возьмем пакет. И можно более будет убить. А вон один смотрит. Тут внимательнее, еще неизвестно, где тут что будет, когда контрольная точка. Угу. Конечно, ну шел он, конечно. Короче, я не буду с ними церемониться, достаем дрободан. Достаем дрободан. Я этого придурка убью. И все. Мне надоело просто церемониться с ними, народ, реально. Просто экономим. Экономим боеприпасы. И другой там наверху. Я уже вижу. 8 патронов. Ну, думаю, его нам хватит. По возможности стараемся убивать скрытно, разумеется. Но этих скрытно не убьешь, потому что тот долбоеб вроде бы развернулся, а этот смотрит, блин, и не уходит. И думаю, гадай, что делать, как и прочее. Как это скриптованная, в смысле скриптованная, нарисованная дверь. О, контрольная точка. Ну, хоть слава богу, хоть чем-то успокоили, блин. Хоть чем-то. Я уже вообще думал, что не пройду. Ужас какой-то. Иди сюда, долбоёб, иди, иди. А вот если бы не контрольная точка, что бы я делал бы, блядь? А вот если бы, блядь, не контрольная точка? Полная, блин. Я не знаю, как это вообще назвать. Доставай пакет. Давай, разворачивайся быстрее, долбоящер. Да, и правильно, лучше сюда иди, да. Молодец, давай, шуруй, блин. Шуруй, шуровым будешь. Еще взяли патроны. Давайте привлечем внимание. Так. Так, один наверху, но... А другой тоже наверху, гляньте. Там, видимо, какая-то лестница есть. Какая-то есть лестница, тут у нас ничего нету. Тут было бы целесообразнее поставить обезболивающее, но его не поставили. Почему-то хрен его знает почему. И где поднятие наверх-то, я не пойму. По карте же видно, что они наверх вот пошли. Вот обезболивающее, отлично. Это вообще запертые двери. Вот, да, видно, вот наверх, точно. Иди, давай, иди. Скотина, блин, тупорылая. Не обезболивающее есть, мне вообще насрать, потому что меня подстрелили, долбоящий. Так что вот так вот. Так что впредь, народ, да, это будет слишком идеально, слишком четко проходить игры, если записывать игру отдельно и потом наверх отдельно записывать комментарий. Да, это будет четко. Это будет, с одной стороны, даже, возможно, неинтересно, но с другой стороны, это будет четко. То есть ты прошел прям как читер, прям как, не знаю, прям четенько. У меня даже некоторые прохождения есть с такими комментариями. Это Grand Theft Car и что-то еще, не помню. А, и GTA 5 некоторые есть такие у меня. С комментариями такими, наложенными на поверх. Ты кот так далеко уходишь. Эти уже все с огнестрелами. Заказ пришел. Заказ, блин, заказ пришел. Сука, заказ пришел. Доставить к 11 часам. Ну, в принципе, успеваем. Хрен с ним, да пройдем. Чё уж там думать, делать. Посмотрим. Так, второй заказ пришел. Сука.
Берем запланированную паузу. Я не хочу больше никаких заказов. Мне никакие заказы, блядь, не нужны больше. Все. Надоели. Берем запланированную паузу. Запланированную паузу берем, чтобы это были последние два заказа до тех пор, пока я эту паузу не истрачу. Как говорится, пошли заказ. Потому что мне нужно эту дрочь-то пройти. Иными словами. Это прям, грубо говоря, прям кратко, грубо говоря. Блин, он сюда идет. А, я не успею завернуть. Я завернуть не успею. Они вообще меня что ли не слышат? Капец какой-то народ. А тут нет скрытности. Я тут стою такой, думаю, сейчас скрытность. Ага, хрен там. Они по двое еще ходят. Ну, разумеется, так же и надо, само собой. Просто я дрободан тратить не хочу. Все бы до ничего, да дрободан тратить не хочу. А, у этого ближнего боя оружие. А, идут тут, оказывается, вперемешку идут, вы гляньте. И те, у кого ближнего боя оружие, и те, у кого, да, этот огнестрел. Вы гляньте, кого тут подвесили вообще? Капец, они над людьми вообще издевались. Каких-то жертвецов подвесили, ну, ужас. И даже смотреть на это не хочу, если честно. Не знаю, всех, не всех мы тут убили. Ни хрена не все. Там еще трое наверху. Ой, капец какой-то, ужас. Сука, вот нечестно, блядь. По двое на одного, нахуй. Долбоебы, блядь, ебаны. Мне похуй, я всех-то гашу. Мне времени нет, мне заказы, блядь, пришли. Мне времени нету. Я всех гашу нахуй, блядь, по одному. Всех гасим, блядь, всех. Всех, блядь, гасим. Всех нахрен гасим. Потому что времени вообще нет. Будем гасить всех просто. В клочья. Мне показалось, что тот стоял. Попадитесь те, у кого дробовик. О, отлично. Блин, там никого не было. Давай, повернись, я посмотрю, кто там стоит. Я не вижу из-за тебя. Отлично. То один наверху. Вообще замечательно просто. Так побыстрее будет проходить. Времени совершенно нету. Два заказа. Ну, и мне насрать, на самом деле. Как он за подвезли подкрепление? О, наконец-то мы этого полубосса тупого убьем. Отлично. Два за время, реально. Рили за время. Серьезно. А куда идти-то? Тут вообще закрыто. Можно отстрелить замок? Ага, ни хрена. Не в замок надо стрелять. А куда идти-то? А, сюда надо. Надо идти сюда куда-то, точно. Я спрыгивать отсюда не буду. Спрыгивать я точно отсюда не буду. Так где его искать-то? Так вот, походу, он и смотрел. Это, походу, он и следил за нами. Это он и есть по камере, походу. А, это он... Ты косая лалка, блядь. Главное, дропаж, дроботан брать. Да вы, ты заколебал, ты ссыкло, блин. Давай на честно сразимся. Ты ссыкло, блин, тупой. Все сыкло, вы все лохи, я вас всех сделал, лохи.
Вот тебе дарую тебе пизда, вот реально, вот я тебе серьезно, я тебе дарую тебе пиздец, вот серьезно тебе говорю. Скотина. Не, так дело не пойдет. Короче, перепройдем сейчас, я доставлю эти заказы и перепройду потом. Сейчас времени просто реально, рили нету. Так что все, сейчас вы увидите, и сейчас будет телепорт. И телепортейшн! Ну что, попытка. Я телепортировался, наконец-то. Телепортировался во времени. И опять нам дается шанс убить этого сморчка. Здесь у нас это и получится. Короче, тут он, в принципе, не убежит далеко, но... Но время может закончиться. И тогда капец. Именно из-за этого. Из-за того, что время, если закончится. Тут дверь закрыта. Короче, мы спускаемся с вами обратно, но тут и оно. Что? Что враги снова респавнятся. И не так-то просто будет нам спуститься. Плюс еще надо успеть его убить. Он-то далеко не убежит. Он-то сам. Он-то сам далеко не убежит. Тут смысл не в этом. А в том, что время закончится. Вот, вот в чем смысл. Осталось 1,5 минуты, блядь. Именно в этом весь страх. В этом весь страх, что осталось 1,5 минуты. Да иди нахуй, долбоёб! Пидорас, блядь! Гандон. Сука, иди нахуй! Ты, блядь, ты можешь стрельнуть в него, дебил, блядь! Он меня заебал, народ, если честно. Он так меня заебал. Лучше бы здесь бы дали контрольную точку. Почему ее дали, блядь, не здесь? Почему ее дали, блядь, хуй пойми где эту контрольную точку? Я вообще этого не понимаю, блядь. Ее дали далеко, блядь. Это минус. Это и так за время миссии, блядь. Они еще издеваются, блядь. Может тут что нажать? Снайперская винтовка. Кстати, в натуре. Снайперская винтовка. Блин, можно же его убить. Он пока сейчас выбежит на улицу, его можно убить отсюда. В натуре. Что-то я глупанул. И правда. Плюс патроны снайперской винтовки. Сейчас он выбежит, короче, я его увижу и убью отсюда прям. Если я его за этими кустами, деревьями вообще увижу. Блин, он не будет убегать. Короче, надо пока, народ, это... Пока... Вот, взять это. Короче, дробаш пока взять. Потому что он пока стоит на месте. А когда он выбежит, я вернусь обратно и его убью. Да блин, не туда побежал. Так времени мало осталось. Капец. Все, теперь он сейчас выбежит наконец. Только эти придурки, я знаю, сейчас будут бежать. Ну ладно, ничего страшного. Сейчас мы их убьем побыстренько. Пошел ты. Блин, он не бежит. Скрипт не срабатывает, он не бежит, короче. Он не бежит. Капец, он не бежит, народ. Он бежит только когда я в него это прицеливаюсь. Когда я до него добегаю, он бежит. Да и давай сюда, беги, долбоёб, бля. Иди сюда, сука, тебе пизда нахуй. Если сказал, так оно и будет. Да блин, мне и так КП мало осталось. Вы что, издеваетесь, что ли, надо мной? Он сразу не бежит вниз. Мне и так осталось 19 секунд. Может, это не провал миссии? Да, конечно. Он меня рили задрал, народ. У меня времени вообще нету, блин. Он меня рили задрал. Я вам серьезно говорю. Тут, блядь, нужно поосторожнее. Тут еще обезболивающее есть как раз. Я так проигрывать не хочу, вот честно, признаю, еще и за время. Да сука! Сейчас будут с мачетами выбегать. Сейчас с мачетами будут выбегать, надо постараться. А то они прибегают прям близко, капец, с мачетами.
происходит. И капец вообще начинает происходит. Я уже... Сейчас они резко появятся с мачетами, будет ужас полный. А, беги, беги! Да беги, ты долбоёб! Ты, блядь, косой, дал, блядь, дебил, блядь. Косой, блядь. Нельзя проигрывать! Времени нету, блядь, идиот. Отлично. Я весь на нервах, блядь. У меня времени мало. Давай. Беги, 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 быстрее. Сука. Где этот пидор? Когда будет конец уже? Я уже заебался. Вот, все, конец. Отлично, он уже выбежал. Все, теперь надо, короче, вверх его. А я не успею, наверное. Блин. Я, наверное, не успею, наверное, за 15 секунд. Это слишком быстро. Это слишком мало. Да вы прикалываетесь, что ли? Он еще и бежит медленно, блин, ужас. Ass meat. That's a definite. Может, это не провал мисс? Нет, это не провал мисс. А что же это такое, погоди. Давайте попробуем его отсюда убить. Где он там стоит? Вон он, видно по карте, что он где-то там стоит. Вот он, придурок. Все, я его убил. Отлично, идите к воротам. Берем этот самый дробаш снова. Все. В принципе, я так и думал. Оказывается, это был не провал миссии. То, что... Надо сейчас поаккуратнее, то сейчас враги будут бежать. Они уже бегут. Готовимся к прицелу. Они в оранжевом, они меня не совсем видят. Ой-ой-ой. Они вниз, короче, побежали. Туда их, как говорится. Это. Кажется, вот как эта миссия, блядь, работает. Вот как она работает. Я думал, сейчас время закончится, все, капец. Типа, все, провал миссии. Оказывается, нет. Вот еще обезболивающее. Ловим. Ловим. Ловим такую возможность. Этого сварчка мы все-таки убили. Не знаю, то ли он с нами по камере смотрел, то ли кто-то еще. Но, по-моему, кто-то еще, потому что только 14 эпизод из 20 мы уже убили главного врага. Это будет это тупо. Поэтому это не главный враг, а это, скорее всего, полубосс. Я так думаю. Они, короче, засали и выбежали на улицу, скорее всего. Нам нужно бежать сейчас на синюю точку. Вот. Бежим на синюю точку. Мы тут вроде бы всех врагов уже убили. И хорошо. Она заканчивается энергией. Все, пошел ты. Знаешь куда? Куда подальше. Блять! Аптечка. Аптечка. Блять! Пошел нахуй. Никаких смертей. Отлично. Блин, их тут дохуя. Вроде бы убили главного, а толка ноль, потому что, блядь, этих не убили. Где это? Есть, придурок. Пошел нахрен. Убили. Отлично, все. Куда бежать дальше, непонятно. Тс, это конец, походу, миссии. Что за Адавон? I've seen your face before. Get off of me! I'm a reporter. I was at your execution.
Keep talking. I've been following Starkweather's operation for months. Who's Starkweather? The guy that's been talking you through this whole circus of death? Starkweather. Look, Starkweather. All I need to expose that sick bastard, but he's definitely on to me now. So I have to get back to my apartment, collect my material, and get out of town before I become another one of Starkweather's extras. You can bring him down, this Starkweather? Absolutely. This is gonna make my career. Okay, let's go. Huh? To your apartment. Drive! Вот он, да. Вот он, этот самый Старквейзер, да. Про которого ты, Пашенти, пацанечек, вчера мне говорил. Я думаю, кто это такой? А ты мне о нем напомнил. А в игре, в самой игре, только сейчас упоминается его имя. Имя главного врага. То есть полубосса мы убили. Там всего нам раздри в него с винтовки попасть надо было. А будет главный босс в конце, видимо, 20-го эпизода. Сейчас только 14-й. Короче, был сложный эпизод. Там враги первые были сложные, там которые. Это жесть. Ты с огнестрелом вроде бы, к тебе подбегает враг с ближним оружием, ближнего боя. Тебя мочит, и тебе даже не позволяет выстрелить, блядь, в него. Выстрелить в него тебе не позволяет. И капец. Какой-то новой девушкой познакомились, а-ля Ада Вонг, какая-то из Resident Evil. Те, кто играл, те понимают. Очень похожие. Вот. И теперь нам нужно найти этого Старквейзера и, короче, его убить. Ну, блин, ну, очевидно, в принципе, что его убить, потому что он... Ну, потому что он главный злодей, он антагонист, он да, убить. Он заставил... Он убил родственников Кэша, он заставил его страдать, он заставил его выбираться из какой-то хрени. Короче, в следующих эпизодах, наверное, получше будет, как бы, ну... Будет больше рассказано об этом Старквейзере, вот, и, как бы, понятно. Давай сохраняться. Сохраняемся мы в восьмой эпизод сохраняемся. Не, в седьмой эпизод. В седьмой эпизод сохраняемся. Вот. Все. Это был 14-й эпизод и 14-я серия Майнхант, Охотник на человека. Надеюсь, вам все понравилось. Все важные моменты я... как говорится, склею, и я на этот раз не буду отдельно выделять смешные моменты, потому что это очень долго, поэтому сами посмотрите, и ты, Пашенди, пацанячек тоже. Извиняюсь за то, что я тараторю, так быстро говорю, потому что времени очень мало, спешу, ужас. Поэтому это желаю вам всем успехов, народ, всем удачи, и всем пока. Увидимся в следующей мать серии Manhunt. Всем пока!